Познакомиться с талантами детей и своих работников пожадали у открытом акционерном товаристве Брестская областная база Бакалея. Идея вылилась у целую выставу творчих работ. Удел у творчем споборнице взяли дети и внуки работников Бакалея во возрасте от 4 до 14 годов. На протягу двух тыдней юные таленты проявляли себе у малюнку, поробках и вышивцы. Выником стала гэтая выстава. Ну а далее творчая нумары. Синий-синий мой, чайка над волной парит. Понравилось, я согласна, что в следующий раз тоже было такое мероприятие. Особливо за юных артистов хваливались их батьки и бабули, которые помогали детям раскрыть творчие здольности. Всегда знали, что на предприятии тоже много есть сотрудников детей, талантливых, но действительно вот эта выставка показала, насколько они талантливы. И такие мероприятия вдохновляют. И, конечно же, сегодня мы получили все, и взрослые, и дети, массу удовольствия от того, что познакомились с такими нашими замечательными детьми. Хочется пожелать им успехов, хочется пожелать им дальнейшего развития их талантов, их способностей. Главное, у творчести зусім не перемога. Поразважали дорослые, первое место присудили одразу усім. Организаторы уже настроены на пошук новых талантов на предприемстве. Мирослава Маньковская, Тиграна Копян, областные новини, Брест.